Вот такое жилье администрация предоставила гражданам взамен. Пойдемте посмотрим наследие универсиады, скажем так. Вот заселили людей, не хотели им оформлять документы ни в какую, не было правовых оснований. Но сегодня... Вот, да, давайте посмотрим, как у нас, откуда люди берут питьевую воду, ну и вообще для своих... Вот, как, я даже не знаю, в каком веке сия Руси у нас воду пьют с ручья. Забор новый. Да, ну вот, забором обжились граждане. Отличная у нас новость. Суд прошел в нашу пользу. Дала я судье пояснение о том, как проходило заселение. И, слава богу, судья нашла в себе здравый смысл и удовлетворила требования Василия Ивановича и признала за ним право пользования. Вот на это шикарное строение. Вот, да. Давайте посмотрим, как внутри проживают граждане. Вот печка, видишь, разваливается нахер. Вон дверка вываливается прямо. Я молчу, что по кирпичу каждый день выкидываем. Вот в таких условиях проживают у нас инвалиды. И даже на это жилье администрация ни в какую не хочет оформлять документы. Но теперь есть решение суда. И теперь есть все законные основания у граждан, чтобы проживать. То есть до настоящего времени граждане не могли в этом шикарном жилье прописаться. Смотри. Привет. Иди вон там снимай. Смотри, какие стены плесенью покрыты, да, потому что штукатуриться вот, надо. Ну вот, установили себе люди сами пластиковые окна. Как могут, поддерживают жилое помещение. То есть, в общем-то, в доме я не скажу, что достаточно чисто. Ну, как могут, стараются. Стараются что-то сделать. Ну, хоть окна, то не было же вообще окон. Не переживайте, я просто хочу показать. Вот, граждане моются у нас в бане. А где воду вы берете? Вот с этого ручья? Из ручья, вот ручья. С ручья берете воду, да, и да. Моетесь да, здесь. Да, питьевую возим с колонки. С колонки. Еще не закрыли, да, колонку? Нет, ну вот это водоканал, вот колонки-то. Ну хорошо, хоть колонка есть. Вот такая, не пойми, то ли баня, то ли курятник. Хуже было у них, как комната отдыха, Васька, инструмент. Да, ну так вот живут люди в 21 веке в городе Красноярске. Это район, как это? Свердловский район. Свердловский, как это называется? Торгашино. Торгашино, вот это вот у нас так живут. Ну давайте заглянем. Ты для себя загляни, не снимай. Ну а что такого? Ну подумаешь, вот. Вот, можно сказать, сауна. Я вижу там почти бассейн, вода все в кафеле. Это видео я хочу, чтобы посмотрели те люди, которые придерживаются позиции. Пока меня не трогают, мне все равно. Я хочу вам сказать, что не трогают вас до поры до времени, пока не понадобился ваш земельный участок. Земельный участок под вашим многоквартирным домом. Пока кому-то не помешал ваш павильон, либо не случились еще какие-то обстоятельства, когда ваши интересы с властью могут пересечься. Основное направление моей деятельности в администрации – это были жилищные вопросы. Ушла я по собственному желанию, меня никто не выгонял. Это было лично мною принятое решение – по причине того, что я больше не смогла терпеть все это, наблюдать все это, быть безучастным к тому, что происходит с моей страной. На сегодняшний день в городе Красноярске на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, то есть это те люди, которые либо вообще ничего не имеют, либо живут в помещениях очень маленьких, не отвечающих никаким требованиям. На сегодняшний день у нас 7,5 тысяч семей, то есть не людей, а семей. То есть если даже в среднем взять, что каждая семья – это 3 человека, хотя мы понимаем, что нуждающиеся – это в большинстве случаев многодетные семьи, 7,5 тысяч даже давайте умножим хотя бы на 3, чтобы понять весь масштаб того, как в нашем городе живут люди.
несмотря на то, что мы видим, строится огромное количество жилья, которое, в принципе, может покупаться администрацией, предоставляться гражданам, но это не делается, это не происходит. Очередь у нас единая, двигается она за счет того, что очередники умирают. То есть, если взять статистику за несколько лет, мы увидим динамику и можем сказать, ну как же, ну вот же, вот было столько, стало вот там настолько меньше. Да, потому что периодически становятся известными сведения о смерти тех или иных людей, и люди снимаются с учета в качестве нуждающихся. Данные граждане, на первый взгляд, можно сказать, что они какие-то не такие. Василий Иванович у нас является инвалидом детства, хотя внешне очень сложно в это поверить, но очень часто так бывает, что люди, имеющие какие-то психические либо умственные отклонения, внешне выглядят очень сильными и здоровыми. Ну, тем не менее, по факту жизнь их складывается достаточно тяжело, и таким категориям граждан гораздо сложнее добиваться защиты своих прав. Сейчас я приехала в суд помочь Василию Ивановичу защитить свои права. Немножко расскажу его историю, постараюсь очень кратко. Жили-были Василий Иванович и Лена Григорьевна. Официально брак не заключают, но живут, сожительствуют, скажем так, как у нас выражается большинство, гражданским браком. 25 лет назад они пришли в тогда еще райком или райсобес, обратились к руководителю администрации района с просьбой о том, чтобы тот предоставил им земельный участок для строительства жилого дома. То есть люди, несмотря на свои какие-то ограниченные возможности, не просили у администрации ни квартиру, ни какое жилое помещение. Они сказали: дай вот просто землю. На что тот им устно ответил: а вон идите, ребята, вон туда, на Лесников, где сейчас наш 4-й мост и арена Платинум. Стройте, говорит, там, что хотите. Там, говорит, все равно сроду ничего не будет. И вот прошло 25 лет, и в нашем городе решили провести универсиаду и расчистить, скажем так, территорию в районе 4-го моста. И наткнулась администрация на жилой дом, достаточно добротный, из бруса сложенный, с баней, с огородом, с собаками, с кошками и с двумя жителями там. Естественно, документов у них никаких не было. Да, можно сказать, сами виноваты, там надо думать и так далее. Ну, знаете, ну не все могут быть юридически грамотными. Помните, в детстве было такое стихотворение: люди разные нужны, люди разные важны, кто-то должен шить трусы. Ну вот Елена Григорьевна, она продавец в магазине пива. То есть, ну, не бездельничает в любом случае, не требует там пособий каких-то, еще чего-то. Как может, так и зарабатывает. В общем, администрация посудилась с данными гражданами. Естественно, суд удовлетворил требования администрации о том, что данное строение было признано незаконным, и дом было необходимо снести без, соответственно, предоставления каких-либо иных жилых помещений. На тот момент я работала в администрации Свердловского района, побежала к главе, говорю: ну давайте хоть куда-нибудь-то переселим, ну как же, говорю, люди-то совсем на улицу, куда они, на теплотрассу пойдут. Сначала была я послана в пешее эротическое путешествие, но потом мне сказали: давай куда-нибудь их пихай. Вот. И был у нас на Делегатской улице квартира, так как частный как бы дом, вы знаете, может, такие на четырех хозяев. И вот одна из квартир была муниципальная, много лет пустующая, то есть всем она мешала, то есть этот дом на печном отоплении, ничего там не отапливалось. В общем, предложила я вот туда заселить этих людей, чтобы хотя бы не на улицу. Вот. Ну и так отмахнулись, сказали: заселяй, что хочешь, то и делай, мол, только вот высели их оттуда, нам универсиаду надо проводить, и на людей нам, в принципе, срать. Хочу сказать, что все, что сейчас происходит в нашей стране, обвинять здесь Путина, Уса, Дерипаску, кого угодно, можно бесконечно. Но на самом деле пришло время нашему обществу наконец-то взять на себя ответственность. В соответствии с пока что еще действующей Конституцией, единственным
Носителем власти в нашей стране является ее великий многонациональный народ. Поэтому я призываю вас всех взять эту власть в свои руки и обязательно прийти 22 апреля на свои избирательные участки и проголосовать против этих поправок. Я могу вам с уверенностью сказать, что если вы просто не придете, вот как многие пишут, давайте объявим бойкот, за вас проголосуют. Имейте это в виду. Давайте уже проявим гражданскую активность. Давайте покажем, что мы не диванные критики, что нам не все равно, что происходит с нашей страной. Давайте все вместе соберемся на голосование, проявим свою позицию, покажем этой власти, что мы так жить не хотим, и нас это не устраивает.